Челябинцы столкнулись с нашествием тараканов. Полчища насекомых не дают покоя жителям Тракторозаводского района. Эти фото люди выложили в соцсети. Владельцы квартир просят коммунальщиков избавить их от такого соседства. Впрочем, пока одни страдают от тараканов, в поселке Тикеевский, это в Сосновском районе, нашествие мух. Это вот урожай электроволоушки. Это вот мухи. Я их собираю в мешок просто-напросто. Они уже дохлые, все. Местные жители с трудом успевают справиться с таким большим количеством насекомых. Их буквально собирают мешками. Ну, килограмм 5 есть. А это видео сняли в бане. Говорят, уже привыкли к тому, что мухи лежат по всему полу в парилке. Вот баня. Утром потравил. Сейчас вот уже лежат. Теперь челябинцы и жители поселка намерены обратиться в Роспотребнадзор и соответствующие инстанции.